Первый номер мы решили все поменять, то есть мы хотели совершенно по-другому начать. Посвящается предыдущему абсолютно гениальному оратору, который только что был на сцене, и всем молодым начинающим группам Казахстана, чтобы все у них обязательно получилось. Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролл в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне. Мы танцуем на столах в субботнюю ночь. Мы старики, и мы не можем помочь. Но мы никому не хотим мешать. Дайте счет в сберкассе, мы умчимся прочь. Я куплю себе арф и драм-машин и буду писаться совсем один. С двумя-тремя друзьями мирно до самых седин. Если бы вы знали, как мне надоел скандал, я готов уйти. Эй, кто здесь претендует на мой пьедестал? Алматы! Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Она есть, есть. Здесь, здесь, здесь. Мое место под солнцем, жарким как печь. Мне хочется спать, но некуда лечь. У меня не осталось почти ничего, чтобы я мог или хотел сберечь. Мы на полном лету в этом странном пути. И нет дверей, куда бы могли бы войти. Забавно думать, что есть еще люди, у которых все впереди. Если бы вы знали, как мне надоел скандал, я готов уйти. Вероятно, нет. Вперед, это там красный свет. Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где та молодая шпана, сотрет нас с лица земли? Алматы! Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Она есть! Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Дай мне повод встретить
тебя. И дай мне победить тебя слишком близко. Поставь меня обратно со всеми в ряд. Ведь в этом вопросе лучше без риска. Не дай мне повод, не дай узнать номер телефона. Я буду звонить тебе крайне редко, только когда никого нет дома, когда уедет твоя соседка. Не дай мне повод, не дай мне сказать тебе пошлых слов, вполне приличных, но хочешь быть лучше. Не дай мне сюжетов для сладких слов. Я начну говорить, ты заткни свои ушки. Не дай мне повод. Тебе руки, не дай узнать твои губы на вкус. Следующий мой шаг будет запер. Я непременно уйду и никогда не вернусь. Не дай мне права. Бутылка кефира полбатона. Я сегодня дома. Я сегодня дома. Я сегодня дома один. Ау-ау. Батюба, 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 батюба. С утра я почитаю газету и, может быть, сгоняю в кино. И, в общем, все равно. И, в общем, все равно. И, в общем, все равно, какой. А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих, на девчонок, на девчонок, на лаотинских девчонок и немного на парней. Батюба, 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 батюба
а потом проходя мимо зеркала, я скажу, а что, не так уж я и страшен. Я даже немного, он даже немного, я даже немного, он даже немного, мы все здесь немного, ничего. Вы готовы? У нас осталось буквально несколько минут. Вы просто обязаны нас порадовать. А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка, и как у него, и как у него. Оранжевое настроение. Пью ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше, и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо. Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона. Оранжевое небо. Есть такое дело. Оранжевое солнце. Это тоже было. Оранжевая мама. Оранжевый люблю. Ю-ху! Оранжевые дяди. Оранжевые песни. Оранжевые бредятма. Спасибо, Алматы! Ю-ху!